Открытый диалог с подрастающим поколением. В Политехническом институте состоялась встреча студентов с ветеранами строительной отрасли Магаданской области. Цель мероприятия – поделиться опытом прошлых поколений для дальнейшего успешного развития инфраструктуры региона и областного центра. Среди участников – преподаватели кафедр энергетики, транспорта, строительства, инженеры и научные сотрудники. Для более комфортного общения создали непринужденную и уютную атмосферу. Встречу посетил глава областного центра Юрий Гришан. Отметил, заслуги ветеранов, отмеченные мэрией Магадана, всегда подчеркивают важность выбранного студентами направления обучения для последующей модернизации социально-экономического развития города. Мэр рассказал о том, что данная работа ведется уже сейчас. Сейчас, в пример, поставил стройку парка Дюкча. Когда откроем парк, вы увидите, там будет стоять огромная, почти 5-метровая скульптура деревянная медведя. И дальше все пошло в парк, и углубляемся, погружаемся полностью в этнические зоны, где очень много будет аттракционов. Но это не качалки ксиловские, которые тут красно-белые, желтые там и так далее. Все сделано питерскими мастерами в этническом стиле, и вот эти тотемные столбы, все сделано вот так, как должно. И я вам хочу сказать, что это будет лучший парк этнический в Российской Федерации.